Эта площадка по изготовлению коммунальной техники открылась в октябре в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». Сегодня здесь производятся самые современные машины, которые потом поступают во все подмосковные муниципалитеты. Компактное предприятие расположилось на территории 800 квадратных метров. Сейчас здесь работает 15 человек, но в будущем эта цифра может увеличиться. Планируемый объем выпускаемой техники – 50 единиц в месяц. В целом идет реформа жилищно-коммунального хозяйства, и мы остро нуждаемся в этой технике. Отрадно заметить, что эта техника будет собираться здесь. Для нас это не только новые рабочие места, не только налоги, потому что предприятие зарегистрировано в Одинцовском районе, но еще и некий показатель экономической привлекательности Одинцова. А еще на Одинцовской площадке осуществляется сервисное обслуживание всей линейки продукции «Меркатора». Сотрудники не без гордости говорят о своей технике. Эта машина очень легка в эксплуатации. Проста, передвигаться на ней очень легко и комфортно. Также собирается она вся здесь. Я считаю, что вообще это техника будущего. Андрей Иванов убедился в этом лично. Такой максимально эффективной, тихой и производительной техникой убираются во всех мировых столицах. Она соответствует и новым требованиям по импортозамещению. Около 60% комплектующих – российского производства. При этом продукцию изготавливают по лицензии ведущего европейского производителя коммунальной спецтехники швейцарской компании «Бугер». Я надеюсь, что здесь, в этом сборочном цехе, который, очевидно, будет набирать обороты, наращивать объем производства, будет не только швейцарское качество, но еще и одинцовское знак качества. И мы всячески будем помогать данному предприятию развиваться, компании «Меркатор», развиваться, увеличивать объемы. Новая техника необходима Одинцовскому району для модернизации всех коммунальных служб, задействованных в уборке дорог и дворов. Анна Макарова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».